пробки. И видим, что ранний период начинается, и гидрометео нам сегодня подтвердило, что период будет опасный, поэтому всех прошу вот к этому отнестись особенно, значит, ответственно, и не только руководителей районов, муниципальных образований, но и руководителей организаций наших, которые на территории края работают. Это и лесные организации лесозаготовки, это и сельхозорганизации, которые ежегодно делают палы травяные, они бывают контролируемые, бывают неконтролируемые, и частенько лесной, травяной пал переходит в лесной пожар, и он может перейти в поселок. Это и предприятия железнодорожного транспорта, которые, вот Верхнебуринский район, как раз у них там большая часть пожаров происходит из-за того, что работники железнодорожного транспорта не выполняют своих обязательств по обкосу железнодорожных путей, по снятию их строгосителей с тепловозов. Это уже вещи, я их знаю, то они, значит, уже вот на слуху, не только на слуху, они на деле уже приводят к большим пожарам. Это и те, кто проезжает по нашим транспортным, автомобильным дорогам, когда бросают из окна недокуренные сигареты на обочину дороги, а там трава, и она загорается или сгорит. Это и те, кто собирают черемшу, папоротник там, ну и так дальше. Кто занимается заготовками, частными, личными заготовками в лесах. То есть все, буквально мы все задействованы в этом вопросе.